Только 20% волгожан отчитались о своих доходах, полученных в прошлом году. Какие цифры озвучили в налоговой службе сейчас, за 2 недели до окончания декларационной кампании? Что намерены предпринять налоговики и какое наказание ждет неотчитавшихся, расскажет Мария Поздеева. Около 9 тысяч волгожан все еще не представили декларации в налоговую службу Вологды. Это индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, а также те, кто получил доход от продажи имущества. На то, чтобы сдать документы, у жителей города осталось 2 недели. Далее уже последуют санкции. Вот если категория граждан этих, да, не сдаст декларации в срок, да, то будет применена статья 119 Налогового кодекса, по которой наказание составляет не менее 1000 рублей. То есть даже если налога к уплате нет, штраф все равно будет наложен. Практика показывает, большинство волгожан свои отчеты сдают в последние дни декларационной кампании, поэтому налоговая служба идет горожанам навстречу. В ближайшие 2 недели инспекция будет работать по измененному графику с 8 утра и до 8 вечера. Кроме того, для жителей города 12 марта с 9 до 15 часов пройдет день открытых дверей. В рамках этой традиционной акции специалисты налоговой службы помогут оформить декларации по налогу на доходы физических лиц, на получение налоговых вычетов, а также расскажут об онлайн-сервисах налоговой службы. Мария Поздеева, Максим Тышковец, Вологда-Портал.